Ваш план работает, шеф. Да, мы сейчас с Зуевым едем к Рафику. Нет, без Гвидо, ему нельзя. Частная собственность неприкосновенна. Пока все, меня уже ждут. Бонджорно! Привет. Как самочувствие? Рассказать, как сексом занимались. Предлагаю сосредоточиться на работе. Вы имейл послали? Да, он клюнул. Встречаемся через час. Отлично, звоните в полицию. Только сконцентрируйтесь и врите убедительно. Мужчина, не учите женщину лукавить. Пронто. Алло? Полиция? Полиция? Sono Paolo Fiorini. Это Паоло Фьорини. Я живу на улице Гарибальди. Уже несколько дней напротив моего дома находится человек в машине. Он смотрит на мой дом в бинокль. И поскольку эта история длится уже несколько дней, мне страшно. Не могли бы вы что-то сделать, агент? Все получилось. Полиция этого типа убрала. Très bien. Что дальше, легионер? Работаем, он выйдет с минуты на минуту. А если он поедет на машине? Она не заведется. Откуда ты знаешь? Мне за это платят. Хорошо, Мария, я тебе позвоню позже. Ладно, пока. Какой прелестный денек. Доброго дня, синьорина. Ты что, меня не узнаешь? Не имею чести. Это точно. Могу я пожелать вам доброго здоровья, Рафик Ахмедович? Стоит мне крикнуть, и соседи вызовут полицию. Видите этого молодого человека? Он готов вас застрелить за очень небольшие деньги. Какая вам с этого выгода? Вот это уже похоже на предложение. Пойдемте в дом. Я не пойду. Пуля в живот – мучительная смерть. Пойдемте. Простите, господа, я приму таблетки. Сердце. Где картины? Послушайте, меня предупредили, что на рынок попала большая партия подделок, причем очень хорошего качества. Я вас принял за мошенника. Шокер не мог причинить вам вреда. Какие приключения вы дальше попадали, меня не касается. Я вас убивать не хотел. Неубедительно. Если вы оказались владельцем подделок, вам будет нетрудно их вернуть. Я от них избавился, мне еще криминала не хватало. Мой друг очень много воевал, ему часто приходилось допрашивать пленных. Послушайте, бросьте эти дурацкие сцены. Вы же интеллигентный человек. Дорогая, пойдем, я покажу тебе дом. Счастливо оставаться. Да пошла ты! Сколько тебе нужно времени? Я позову. И заткни ему рот на всякий случай. Обижаешь. Удобно?
где картина? У меня правда больное сердце. Угу, угу. Мертвый я вам не нужен. Умрешь, когда я скажу. Хорошо. Обойдемся без этих дурацких сцен. Позовите вашего друга. Друг мой! Ну что? Чего вы хотите? Денег? Я вам выпишу чек. Какая сумма? Он аннулирует чек, как только мы выйдем отсюда. Само собой. Чего вы хотите? То же, что и хотел. Мои картины. Хоп. Я что, дурак? Держать такую ценность в доме? А, все-таки картины настоящие. Так, вернемся к прежним договоренностям. Я вам помогаю реализовывать картины. Вы мне платите меньший процент. Я чувствую, разговор у нас сегодня затянется. Мы теряем время. Тайник где-то в доме, я думаю. Правда? Вот давай прикинем. 15-20 миллионов долларов, так? Ну, 25, если продать удачно. Но это для Зуева состояние. Вот он шкурой своей рискует. А для Калитина? По сравнению с оружием, это мелочь. Стоп. Из Рима Калитин летал в Женеву и сразу назад, так? Похоже, консультировался. Наверняка он не один в этой цепочке. Все счета в Нью-Сити-банке арестованы. И, вероятно, он придумал финансовую махинацию, чтобы их оттуда вытащить. А потом отмыть через кредит. То есть коллекция может служить залогом для открытия новой кредитной линии? Не исключено. Картина – прекрасный повод для начального движения капитала. Залог, кредит. С этими картинами вы сгорите, как мотылек на огне. Это я добрый человек. Я вас просто вышвырнул из дома. Другие вас прихлопнут, как букашку. Да нету, нету тайника, нету. Хоть весь дом разберите. Отличная идея. Что вы делаете? Что вы делаете? Это же японский фарфор. 15 век. Что? Что он делает? Остановите его! Он сумасшедший! О, когда он в таком состоянии, это невозможно. Ай, боже мой. Сердце. Да не гони! Да что ты понимаешь в этом, шалава? Это тебе за шалава. Если он загнется, картин нам не видать вообще. Слишком мягок ты для легионера. Вам нужен труп или информация? Он прав. Я всегда прав. А если хотите его завалить, то это будет стоить совсем других денег. Да ладно, с ним все нормально. Давай приходи в себя. Да ладно. Все только начинается. Больно. Нужно облить его водой, если вы решили работать по полной. Не надо. Слушай, я тебя сейчас точно сам задушу. Где картины? В банке. У меня арендованная ячейка. Пойдемте, я вам все отдам. Наконец-то. Там он может сделать любую гадость. Нужно найти его тайник, тогда эта сволочь будет вести себя правильно. Сами вы сволочь. Пойдемте, я вам все отдам. Значит так, мы едем в банк с ним вместе и забираем картины. Ты остаешься здесь и ищешь тайник. Не найдешь, неважно. Если мы не позвоним, спалишь все к чертовой матери. Одумайтесь. Значит так, в банк еду я. Меня для этого наняли. А дом можешь спалить и ты. Дело не хитрое. Ну, конечно. А потом вы смоетесь вместе с картинами, а у меня останется статья на шее. Может, вы сразу перегрызете друг другу глотки? Тогда и ехать не надо. А может, ты заткнешься? Иди сюда на минуту. Можешь думать все что угодно, но этот легионер мне не нравится. Я ему верю. Но учти, без меня ты картины не вывезешь. Спасибо, что напомнила. Я свои обещания выполняю. Слышишь ты, я остаюсь. Но если с ними что-нибудь случится, ты крупно пожалеешь. Так, мне нужны гарантии, что мой дом останется цел. Мы твои гарантии. Поехали уже, поехали.
О! У меня сегодня утром машина не завелась. Надо вызвать такси. Рафик, плохих людей даже машины не любят. А вот хороших... Поехали, артист. Грамотно меня убрали. Ничего не скажешь. Кто-то еще интересуется Рафиком, кроме нас? Я прилетел из Женевы 40 минут назад. Сколько ты здесь? Около часа. Они еще могут быть у него. Поехали. Это я. Уже доехали? Поняла. Включи-ка громкую связь. Хочу сказать этому козлу пару слов. Слушай, уважаемый, хожу по твоему дому с канистрой бензина и плачу. Так все красиво. Особенно мне понравились японские гравюры. Я видела их на продаже в интернете. Они прелестные. Так жалко будет все спалить. Чао. Где вы откопали эту стерву? Что будет с моим домом? Будешь вести себя правильно, ничего с твоим домом не случится. Вы повторяете. Пошли. Вас к ячейкам не пустят. Пошли. Я подожду тебя снаружи. Если что-то пойдет не так, мой друг позвонит нашей общей знакомой. Она знает, что делать. Пошли. Слушай, тут у нас в деле одна красотка появилась. Хочется узнать о ней побольше. Ага. Записывай номера. BN011VP. Грати. Что я здесь делаю? Антон, я здесь больше ни к чему. Я еду к вам. И подхвачу вас вместе с картинами. Дверь открыта, Николай Александрович. Кажется, мы опоздали. Пойдем? Если там труп, потом не отмоемся. Я жду в машине. Иди посмотри. Давай, давай! Никого нет. Ну, что-то там произошло. Шокер его валяется. Вазу какую-то грохнули. Кровь? Я не заметил. Значит, он согласился отдать картины. Слушаю вас, Рафик Ахмедович. Да. Хорошо? Понял. Я знаю, где это. Время потянуть сможете? Минут 20. Угу. Сколько их? Двое? Вооружены? Угу. Понял. Ждите. Ну, Мишаня, есть у тебя шанс реабилитироваться. Поехали. Куда? Пока вперед. По дороге все расскажу.
Наконец-то. Открой. Что, прямо здесь вернисаж устроим? Пойдем в машину. А там вы меня тюкнете. Нет. Я знаю одно место. Идем за мной. Почему я всегда прав? Мне нужны гарантии, что с моим домом все в порядке. Алло, Лиза. Он готов отдать все, но требует гарантии. Нет, это все слова. Мне нужны гарантии, что меня не обворовали. Слушай, ты старая крыса, как ты мне надоел. А ну открывай, показывай, а то получишь пулю. Да? Да. А если в сумке ничего нет? Где ты будешь искать концы? А если в ногу? Полиция приезжает быстро. Что быстрее, чем пуля? Вот и все. Сумку сюда. Что? Что слышал? Убью ведь? Может да, а может нет. Теперь ходу, земелья. Сюда, скорей! Так. Аптечка есть у нас. Что с картинами? Да вроде все в порядке. Ты что, не проверил? Времени не было. Дай сюда посмотрю. Дай сюда, говорю, посмотрю, у тебя руки в крови. Все нормально. Ты не совсем, он сознание потерял. Его нельзя в больницу. Само собой. Я его к себе не возьму. Что, его на улице бросать? А что ты предлагаешь? Не знаю, он нам помогал, я ему еще не заплатил. Я сейчас заплачу. Ладно. Ты у нас парень честный, значит, не обманешь меня. Делаем так, оставляешь его в больнице, там его заберут. Потом ты его найдешь и расплатишься с ним. Ранение огнестрельное, что он полиции скажет? Парень кручен и ничего вывернется. Ну так что, в больницу или что? Подожди, Андрей. Андрюха! Андрей! У тебя здесь есть кто-нибудь, кому ты доверяешь? Гвидо. Мы... Как с ним связаться? На трубке шестая кнопка. Алло, Гвидо! I'm sorry! Дай сюда! Аскольта, рогаццо. Слушай, парень. Твой амиго Андрей гравементо ферито. Твой друг Андрей серьезно ранен. Но он... Нет. Ульяма, гвардии.
для полиции. Мы не хотим связываться с полицией. Ты можешь о нем позаботиться? Окей. Хорошо. Давай договоримся, куда ты за ним приедешь. Андрюха! Наличных нет. Вот карточка. Держи, карточка. Не забывай подписываться на чеках, как Прохоров. Запомни, Прохоров. Спасибо, друг, за все. Запомни, картины у Зуева. Про девку узнал? Конечно. Елизавета Полежаева. Правильно, Лиза. Эй, ты что? Ты что, Андрей? Ну что, доигрались, импровизаторы? Вся ответственность лежит на мне. На ком же еще? Антипова, как оклемается, вышлют без проволочек. Интерпол поможет. А вот картины, о них можно забыть. Итальянская пассия Зуева, бывшая наша. Елизавета Полежаева, художница из Питера. 5 лет назад вышла замуж за итальянца и укатила в Рим. Сделала карьеру, развелась. Теперь, похоже, нашла мужчину своей мечты. И ничего мы ей предъявить не можем. Ничего. Даже для слежки нужны официальные основания, которых у нас нет. А то, что она художница, покупателя времени найдет, к бабке не ходи. Закроет Москва наше дело. Теперь уж точно. Как же наша коллекция? Я до последнего не верила. Неужели все это подлинники? Из-за подделок людей не убивают. У меня в Питере друг погиб, Сашка. И сегодня еще. Хватит о смерти. Поговорим о жизни. Что делаем дальше? Не знаю. Думать не могу. Я буду думать. Картину нужно продавать, так? Так. Здесь это делать опасно. Этот козел наверняка попытается до нас добраться. Поэтому нужно линять. И чем скорее, тем лучше. Куда? Лондон. Есть у меня друзья среди галерейщиков. Я думаю, легко будет выйти на черный рынок. Рафик тоже черный рынок. Да? А когда ты к нему приперся, ни он тебя не знал, ни ты его. Я до сих пор удивляюсь твоему авантюризму. Я тебе обещаю, в Лондоне будет легче. Как мы туда доберемся? Идиотский вопрос. Или доплывем, или долетим. Приди в себя. Приди в себя. Я человека убил. И что? У тебя был выбор? Или доводи все до конца, или бросай. Как быть с визой? У меня паспорт липовый. Сам ты липовый, а паспорт настоящий. Если сюда добрался, значит, все не так плохо. Летим через Россию. Что? А ты сам подумай. Те, кто тебя ловили, видели, что ты слинял. Никому и в голову не придет, что ты можешь вернуться. Темнее всего под пламенем свечи, слышал? Так что возьмем тур и летим в Лондон. Как ты все это собираешься через таможню провозить? А вот тут, милый, нам крупно повезло. У меня приглашение на международную выставку современного искусства в Питере. Я везу свои фотоколлажи с элементами живописи. Так что зашпаклюем картины под мои шедевры и провезем с остальными работами.
Думаешь, так просто? На днях был теракт, досматривают только оружие и взрывчатку. На картины не обратят внимания. Допустим. Тогда отдохнем и за работу. Завтра я беру билеты. Завидую твоей энергии. А я твоим 90%. Ладно, хорошо, пусть будет поменьше. Ты мой зайчик. Отдыхай. Я за жратвой. Здравствуй, милый, это я. Все получилось, картина у меня. Дальше действуем по твоему плану. Если бы ты знал, что мне пришлось пережить, твой голос звучал бы нежнее. Бонджорно, сеньора. Что? Все хорошо. Все хорошо. Я жив. Господи. Он жив. Все. Значит, победа будет за нами. Что, всю ночь работала? А меня что-то срубило. Отдыхай на здоровье. Ты ничем не можешь помочь. Ты уверена, что живописный слой не пострадает? Абсолютно. Кстати, я зарисовала их так, что только я могу очистить, не повредив. По-моему, все это лишнее, шеф. Если Зуев придет, я его встречу и поговорю с ним. По душам. Ага. Так. Что же, он, глядя мне в глаза, скажет, что картины не у него? Он многое что может наговорить. Или промолчать. Зуев столько натерпелся из-за этих картин, что... Может, их не вернуть ни под какими угрозами. Вся надежда на Анечку. Может, ей им что-то расскажет. Да я боюсь, Арсений Николаевич. Я боюсь, что я себя выдам. Всем когда-то приходится начинать. Да у вас все получится. Главное, постарайтесь быть естественной. Если он позвонит, дайте ему понять, что вы его ждете. С этого момента наши люди будут слушать вашу квартиру. Я понимаю, это тяжело, противоестественно. Но у нас нет другого выхода. Полежаева прилетела на выставку со своими работами. И я убежден, что картина из нашей коллекции находится среди них. Да не придет. Зачем? Что значит не придет? Как, к тебе можно вообще не прийти? Это каким надо быть идиотом, чтобы к тебе не прийти? И потом бодрее как-то, Ань, ну что ты, ну... Придет мужик, его нужно успокоить, накормить. У тебя есть что-нибудь, кроме груш? Да в холодильнике шаром покати. Тогда бегу в магазин. Правильно? Здравствуйте. Здравствуйте. А здравствуйте. Я вас уже заждалась. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Мы на неделю до 25-го. Ваши друзья все оплатили. Чувствуйте себя как дома. Вот вам ключи. Спасибо. Отдыхайте. Номер телефона у аппарата. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Ух! Неужели получилось? У меня сердце чуть не разорвалось от страха. Мы с тобой везунчики!
Ты держалась молодцом. Только благодаря тебе. Я в ванную первая. Подождешь меня? Я ненадолго. Привет. Я не сбежал, все остается в силе, жди звонка. Вот сволочь. У меня ключи остались. Хотел сделать сюрприз. Надо было позвонить, но я подумал, что просить прощения лучше всего, глядя в глаза. Ты у меня прощения просишь? Да. Прости меня. Ты говорил вопрос жизни или смерти, значит, все-таки жизнь? Все позади? Не совсем. Опять спрятаться негде? Ну что ж, место здесь неплохое. Я сейчас уйду. Извини, нервы. Конечно, я тебе помогу. Я пришел не за помощью. Есть хочешь? Да. В гостиницах они не останавливались. Частные проверяли? Конечно. Ну да, могли снять квартиру. Вряд да. ли у случайных людей. Поработайте с агентствами. Хорошо. Ренессанс. Машенька, привет. Ты можешь говорить? Да. Он уже у тебя? Ну да, я поэтому и звоню. На завтра филармония отменяется. Родственники приехали издалека. Надо уделить им время. Ну все, пока. Целую. Созвонимся. Я нарушил твои планы? Ну что еще делать одинокой женщине? Коротать время с подругами? Надо коротать время с другом. Аня, ну хватит молчать. Мужик на то и мужик, чтобы охотиться, сокровища искать, Америки открывать. У Одиссея вон командировка вообще на 20 лет затянулась. Ну ты, может быть, и Одиссей, только я не Пенелопа. Он хоть поцеловал ее на прощание. А я мечтал поцеловать тебя при встрече. Ну вот и мечтай дальше. Ляжешь на диване. Знаешь, ты ведь самое сильное чувство в моей жизни, как и я в твоей. Но почему у нас все так нескладно получается? У нас. Ты хотел сказать у тебя? Хорошо, у меня. Ненавижу тебя за все свои бессонные ночи. Я искуплю, обещаю. Знаешь, как сладко спится на берегу океана?
Какого еще океана? Да какого хочешь. Хочешь индийского, хочешь тихого. В Австралии с этим нет проблем. Я ж тебе обещал показать кенгуру на воле. У меня там живет дружок армейский. Давно к себе звал. Там вообще наших много. Боюсь, до Австралии ты не доберешься. Доберусь. У меня теперь есть стимул. Ты. Спи. Мне завтра на работу. Как успехи? Есть? Пока ничего конкретного. Уложила его спать. Отдельно. Правильно. Хотя мужик в постели более разговорчив. Правильно? Ситуация деликатная. Слава богу, что он вообще пришел. А то ищи его по всему свету. Что у тебя? Пока ничего. Остановились, видимо, у знакомых. Как Полежаева его отпустила? Интересно другое. Как он ее оставил с картинами? Может, положили в ячейки? Слушай, срочно, завтра утром проверь все банки, камеры хранения. И я займусь ее богемными связями. В 7 утра будет наружка, 2 бригады. Остаетесь за старшего. Больше этого деятеля нельзя упускать. Аня! Аня! Дай мне шанс. Дай нам шанс. Ты даже не представляешь, как изменится твоя жизнь. Ты сначала свою сохрани. Моя жена чуть что тоже у дела закусывает. Бабы есть бабы. Интересно, если бы она не знала, что мы их слушаем, вела бы себя так же? Братишка, нас дело интересует, а не ее личная жизнь. Аня! Аня! Ань! Ты что плачешь? Я за тебя чуть с ума не сошла. А ты... Ты был с другой. Я же чувствую. Ну, было. Было. Прости, дурака. Аня, успокойся, прости меня, прости меня. У нас совещание для всех сотрудников. Кроме меня. Я в отделе больше не работаю, я подавала рапорт. Что вы себе позволяете, лейтенант? Не лейтенант, а человек. Аня, что случилось? Ничего. Кроме того, что я первый раз в своей жизни провела ночь в присутствии микрофонов. Провела. Всю ночь отношения выясняла, а нам информация нужна. Валентин Петрович, Аня вела себя естественно. Зуев распознал бы фальшь и насторожился. А теперь у него есть тыл, а у нас есть возможность контролировать его действия. Оперативная необходимость манипулировать моей личной жизнью отпала? Позвольте, я сама разберусь. Насчет оперативной необходимости? Ты в строю, Завьялова.
Служба есть служба. Да идите вы к черту, товарищ полковник! Арсений Николаевич, а вы понимаете, что я так больше не могу? Вы понимаете? Это не каприз. Аня. Аня, послушайте. Допустим, я и Валентин Петрович поддержим ваш рапорт. Допустим. Как вы себе представляете дальнейшее, что с Зуевым будет? Пока он на вас рассчитывает, пока мы с вашей помощью его контролируем, у него есть шанс уцелеть. Слушаю. Так. Так. Спасибо. Только что из квартиры Ани Зуев звонил по мобильному какому-то Жоре. Они договорились о встрече в кафе на Садовой через 2 часа. В его ситуации случайным людям не звонят. Как только установить личность Жоры, необходимо собрать о нем всю информацию. Срочно. Аня. Аня, на вас можно рассчитывать? Можно. Завьялова, ты понимаешь, как тебе повезло с начальником? У меня, например, таких нет. Кстати, Зуев твой в федеральном розыске. Как? А вот так. Во все отделы милиции поступило вот что. Ну почему федеральный розыск? Только липа все это. Частный сыск под маской розыска. Калитинские подсуетились. Когда только успели, а? Господин Калитин, надо признаться, меня волнует. И не только вас. Боюсь, мы не сможем дальше придерживаться первоначального плана. По собранной нами информации, ситуация с картинами скатилась в откровенный криминал. Наша репутация не позволяет нам рисковать. Надеюсь, это не нанесет ущерба нашему сотрудничеству. Придется чем-то пожертвовать. Или кем-то. Похоже, кандидатура у нас одна. Предстоит обанкротить ряд банков, вывести из-под удара активы. И очень бы не хотелось, чтобы господину Калитину пришлось давать показания в суде. Думаю, этого можно избежать. Жаль. Красивая была комбинация. Японцы давали под нее $500 миллиардов. Я не знал. Все знает только Бог. А нам с вами остается только одно – жить в наших маленьких тайнах.